Кристина Кандилаки намекнула на беременность. Телеведущая и генеральный продюсер телеканала Матч ТВ Тина Кандилаки намекнула на свою беременность в Инстаграм. Об этом она написала в комментариях к одному из постов. Запись была посвящена встрече Кандилаки со спортсменом Ярославом Святославским. Одна из подписчиц ведущей в комментарии посетовала, что у нее никогда не будет такой талии, что бы она ни делала. «Мне сложно с талией, а будет еще сложнее в течение 9 месяцев», ответила 42-летняя Кандилаки. Журналистка второй раз замужем за предпринимателем Василием Бровко. От первого мужа бизнесмена Андрея Кондрахина у нее двое детей, 18-летняя дочь Мелания и 15-летний сын Леонтий. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.